Здравствуй, Валера. В Гроздольне опять осень. Опять сдаем зачеты, опять итоговая проверка. Понаехало столько егерей, что даже полковники не умещаются в командирском зале, что даже ночевать негде. И все хотят одного – загрызть наш гвардейский полк. Стоим мы насмерть, Валера, как и при тебе. Но не всегда получается. Потому что по замене прибыли ребята заведущими глазами, загребущими руками. Работать никто не хочет. Только и занимаемся, что откомандировываем за воровство. Уже много народу откомандировали, но люди продолжают воровать. Воруют, воруют и воруют. Не успевают приехать, как что-нибудь украдет. Летаем мы очень мало, очень мало. Не потому, что нет топлива, а потому, что воздушная армия решила, и в частности ее командующий Тарасенко решил загубить всю боевую подготовку. У него есть хорошие помощники, такие как Барсуков и Селиверство, которые готовы любое дело свести к нулю. Поэтому борьба продолжается. Скоро мы уедем отсюда. Я не знаю, полк выводится где-то ориентировочно в июне месяце, так мне сказала Кёрте. Кёрте тоже в 94 году убывает вот, в Англию, будет жить в Йорке вместе с женой. Дочка остается учиться здесь, в Германии. Ну, что еще тебе сказать? 0-4 наша работает в полном объеме, но уже те мероприятия, которые там проводятся, они похожи больше на пьянку, чем на мероприятия. Раньше там было весело, были ребята, которые могли мыслить неадекватно. Можно было поговорить, отвести душу. Сейчас там только в основном пьянки. Мало друзей осталось и в сухопутных войсках. Есть еще с Фюрстенберга друзья, но уже нет вождение танков, бронетранспортеров. Что еще хочется сказать? Буду ехать на Дальний Восток, тебе обязательно напишу. Эту пленку передаст товарищ Москалев. Фильм снимался очень тяжело, вторая серия. Пришлось просто-напросто встать на горло Юрченки, загнать его на телецентр, сел сам, закрылись. И там кровью и потом создавали этот фильм. Спасибо, что помогли такие ребята, как Щепоткин, вот, и Мосин, ты его знаешь, и слышишь его голос в этом фильме. Не все в нем чисто снято, но пойми, что в короткий срок нужно было сделать вот такой фильм. А фильм делать это очень и очень сложно. 2 дня мы сидели, ругались. Вот что получила, посмотришь. Передаю горячий привет Галине, всем твоим дочкам, ну и Евгению, естественно. Вы уже там, наверное, все большие, взрослые, и вас просто не узнать. У нас тоже растет внук Сергей, не по дням, а по часам, очень умный парень, везде бегает, все вынимается шкафов, все выбрасывает на пол. Растет, одним словом. Желаю счастья. Я думаю, что скоро мы с тобой встретимся по одному поводу. Вот. Не падай духом. Твой друг Валерий. Пробучу. Моя чаша.
немножко. Горячий привет Кацану. Включила, да? Да. Горячий привет Кацану. Конечно. За здоровье. За здоровье, Кацану. Привет Кацану. Привет, Валера. Пролетело 25 лет, как одно мгновение. Больше нет великой страны Советского Союза. Разгромлена непобедимая советская армия. Цвет нации, военно-воздушные силы представляют собой очаговый, в основном рекламный характер. Легендарная истребительно-бомбардировочная авиация полностью уничтожена. Отработанные до блеска боевые приемы, способы боевых действий облеваны и забыты. Гениальные летчики-профессионалы один за одним уходят в последний полет. Новое поколение воздушных бойцов даже не подозревает, что такое организация авиационного удара. Мне их очень жалко, так как им придется жизнями платить за стратегические ошибки руководства. По большому счету, все эти Ефименки, Тарасенки, примкнувшие к ним Селиверстовы, нас предали. Я не ною, а вот за державу обидно. Одно только ласкает душу, что мы уходим непобежденные, непокоренные и непревзойденные. С приветом, твой друг Валерий.